Генеральный спонсор – общество с ограниченной ответственностью «Динамика». Автосалон «Динамика» – доступные автомобили и выгодные предложения для каждого. Подробности по телефону 8 800 250 10 98. Мелеуз, Ленина, 34. Всем привет, меня зовут Умурбек Исмаилов, и я финалист телепроекта «Хайп». Момент, когда я зашел в зал, я вообще не понимал, что будет происходить. Я захожу, короче, и смотрю, судьи от меня отвернулись. И я главное говорю, блин, допустим, это же кастинг, нам не задавали ничего. Я понимаю, если это был бы шоу «Голос», да, или какой-то там стендап, чтобы надо было что-то, ну, чтобы знать, что делать, чтобы они повернулись. А я просто зашел, а они как бы сидят отвернутые, говорят, сделай так, чтобы мы повернулись. Я говорю, ну, пожалуйста, сказать по-любому не прокатит. Как бы потом подумал, Артур Пожарский, короче, подкинул, типа, люблю пиццу, короче, и я вспомнил историю, как мы с другом, с моим другом Никитой поехали в Мелеуз, там, по делам, и решили, короче, зайти в пиццерию. Короче, мы заказали пиццу, а потом вообще делали московскую диету. Все знают, как делать московскую диету. Для тех, кто не знает, а для наших телезрителей, московская диета – это когда засовываешь два пальца в рот и… ну, вы поняли. Потому что московская диета. Вот. Привет. Признаюсь, это решение посадить членов жюри спиной к Умурбеку было моим. Ну, я его знал как парня веселого, хайпового, работаем в одной индустрии, нередко пересекались, да, думаю, ну пусть выкручивается. Он вообще себя считает парнем таким веселым. Ну и мы решили над ним повеселиться. Чисто отвечал на вопросы. Не сказать, что было трудно там. Ну, было интересно. Вообще, честно говоря, его решение прийти на кастинг для меня показалось, что он просто балуется. Думаю, ну сейчас придет, хайпанет и уйдет. И на самом деле, когда у нас было уже первое задание, мы должны были, участники должны были делать селфи на промо-компании телеканала «Арис-24». И когда он там не появился, я думаю, ну вот, в принципе, это было закономерное решение. Думаю, на этом его путь закончился. Я не пришел на первое задание, потому что именно в этот определенный день у меня была запись. И эту запись я уже как бы вел за месяц. Я эту запись начал, я еще не знаю, я не знал, я просто, мы договорились как бы со студией там, и мы решили вот этот день назначить на день съемок, и я весь день делал днем съемки. И поэтому я был на съемках, как бы отказывать клиентам в последний момент, это вообще, я просто решил, я лучше пойду как бы отработать. Я, конечно, думал, что все, типа, ну, даже одно задание, да, там, ну, во многом я буду отличаться уже по баллам, потому что потом, я понимал, что потом, как я не буду стараться, я все равно буду вниз, потому что я все равно на один этап ниже буду. Но все равно как-то я постарался догнать и догнал. И вот сейчас я финалист. Как бы надо просто верить в себя и не отпускать руки. Участники, которые были участники, которые обсуждали, что нас не поднимают, хотели опускать руки, опускали и бросали. Но прежде чем что-то бросать, надо просто вспомнить, ради чего начинал. Спонсор проекта – общество с ограниченной ответственностью «Торгсервис 102», магазин «Светофор». Магазин «Светофор» – территория низких цен на продукты питания и бытовую химию. Торговый центр «Кумертау», первый этаж, улица Бабаевская, 16. Познер, Кандалаки, Ургант, Дудь и Александр Блинников. Что объединяет этих людей?
на втором этапе нам сказали, что у нас будет интервью. Интервью брать по сути. Мне всегда был, допустим, интересен Блинников. Как бы. Ну, как он интересен был, если честно, вот, да, вот Белая река, как бы вы на меня не обижайтесь, вы крутые, но и я был вот в их тусовке, и они, мне они показались какими-то ЧСВшными, да, и, блин, если честно, вот я реалист, и как бы я оцениваю, как бы, так, как надо оценивать. Ну, так я считаю. Допустим, и если вот ты идешь, да, ты делаешь хорошее дело, ты ограждаешь муравейники, это все круто, это все ништяк. Но зачем это делать, если тебя не ценят, не уважают? Твои отношения к деньгам. Безграничное чувство, которое, когда ты хочешь рвать и метать. Хорошо, а вот что подтолкнуло тебя вот именно стать волонтером? Это долгая история. Вытащил я из него не все. Вот как бы нам определенное время не хватило, чтобы я из него вытащил, потому что он как-то вот так вот, как скользкая рыбка, вот так из руки вот у меня выскальзывал. Было видно то, что он слушает, было видно то, что он задает вопросы, где-то анализирует. Подготовился. Но, да, подготовился. Может быть, мне показалось, не слишком глубоко копнул. Одно из лучших интервью, которое было на этом этапе. Я его посмотрел, я понял за основу, а от чего прыгать дальше, кто лучше, кто. Это была такая лакомсовая бумажка у меня, допустим, вот именно это интервью. Здесь подготовка очень, на очень хорошем уровне. Это достойно журналистики. Конечно, когда идет конкурс, идут оценки, и не все бывают согласны с тем, как их оценили, мы вот так решили просто и подумали, давайте вот фотосессии они будут оценивать сами, друг друга. Пусть почувствуют себя, так сказать, в шкуре жюри. А кому не нравится, сидите и осуждать людей, типа, да, вот человек старался, да, а ты сидишь такая, да это шляпа полная, что-то. А кому это не нравится? Да я думаю, всем это нравится. Вот, ну, не то, чтобы мне это нравится, но просто, как бы, сам процесс, он не был тяжелым, он не был каким-то таким напряженным. Трезво оценили всего несколько. Я не могу сказать, что я согласен со всеми, кто голосовал там, ну, за меня, там, против меня, какие, которые мне оценки давали. Я не могу сказать, что я согласен. Ну, и как бы я оспаривать это я не могу, потому что это выглядело бы ЧСВшно. Но вот в случае с Ириной и с Олесей, да, они как бы подруги, да, они как-то взяли такую хрясь 2 балла, да. Это уже чисто вот из-за симпая, там, типа, может, я и неприятен как человек, я не знаю. Но... Как-то здесь я такой офигел, такой, в смысле 2? Типа, такой, ну окей, 2 так 2. Ну, может быть, они меня просто хотели, да, они, наверное, может, увидели во мне конкурента, поэтому хотели меня вообще просто опустить вниз, но другие как бы оценили, вот к остальным оценкам как бы я ничего, претензий никаких не имею. Вот просто меня смутило, типа, 2? Такой, Олеся, по-моему, 3, что ли, мне послал? Такой, 3? Такой, да, они подруги. Спонсор проекта – индивидуальный предприниматель пешеходов Михаил Андреевич. Магазин «Фейерверки», улица Карла Маркса, остановка Первомайская. Купи салют, получи хайповый подарок. Подробности у продавцов магазина. Я считаю, что наш ролик был лучше. Потому что, в первую очередь, как бы, в плане съемки у нас было нормально, в плане звука у нас было нормально, в плане освещения у нас было нормально, в плане актерской роли у нас было нормально. И еще в плане самого сценария у нас было нормально, потому что мы донесли, мы что хотели, мы донесли, что не всегда родители понимают детей. А в случае с Эльфинуром и Еленой, они как-то, ну, как-то в какой-то момент они ехали, оп, завернули туда, там, типа, самоубийство, там, это... Что родители ее не понимают, что этот надо просто социальный ролик, посвященный одной теме. А у них получилось как бы 2 темы у Альфинуры, поэтому мне так кажется, это мое мнение. С этим роликом мы займем самые высокие места, одни в числе самых первых, надеемся, быть. Ну, блин, не вставляйте это в эфир. Если бы я был бы судьей проекта, то моя 3, наверное, составляла бы из Елены, Альфинур и Сони. А где он был?
Умурбек главный судья. Я не могу сказать, что я эти два месяца провел как бы напрасно. Мне очень понравился телепроект, там было много всего интересного. Было именно то, что надо было. Допустим, если было бы все хорошо, это было бы уже и скучно, и неинтересно. А именно вот были вот такие моменты, конфликты, там, разногласия. И в итоге все равно так получилось, что я дошел до финала. Я не думаю, что мне кто-то подсуживал, я не думаю, что там чисто там из-за симпатии там, жюри или организаторов я дошел до этого проекта. И я думаю, что я дошел, потому что я старался, и потому что как бы вы меня поддерживали, наши телезрители, и все. Но за эти два месяца вот девчонки говорят, меня узнают, там, меня ко мне подходят. Меня узнали единственный раз, и то в Мельвузе, в автосалоне «Динамика». Ну, там семья, короче, Калину в кредит оформляла, я подошел к ним, такой, поинтересовался, просто мне интересно стало, такой, а почем взяли? Она сказала, да-та-та-та, там, говорит, слушай, а ты, дед, ну, не участник там чего-то, тебя по телевизору показывают, это ты, я такой, да, это я, и это единственный случай, который у меня, вот не было того, вот, допустим, девчонки говорят, да, меня узнали. Знает, но меня не узнавали, меня просто знакомые писали, типа, ты что, в хайпе? Я говорю, да. Такой, о, круто. Я такой, сам в шоке. Опа, удивилась. Он либо снимать, либо участвовать. Но я не думала, что он будет участвовать. Ну, неожиданно получилось. Вот. С ним было классно. Он сам по себе такой позитивный человек. И в самом, как бы, проекте тоже интересно все так продумал. Как бы, старался сделать проект интересней. На самом деле, попадет ли Умарбек в финал, было непонятно до самого последнего момента. Потому что он-то начал, что называется, с нуля, когда все уже имели определенное количество баллов. Ему все время приходилось догонять. Ну, как-то поначалу он показывал средние результаты. И вот уже практически он получается, что в конце буквально на 1-2 балла обогнал своих соперников и попал в финал. Ну, что сказать, молодец, он, что называется, поборолся по-настоящему и, собственно говоря, пришел к тому, что он в финале. И он будет на равных бороться за главный приз. Ну, весь этот проект мне понравился так, что если будем думать о Хайпе 2 или о каком-нибудь другом проекте вот в нашем городе, то я, наверное, скорее всего, приму активное участие в организации, в съемках, в идее, в подбор персонала. Я не знаю, ну, как мы там решим, как договоримся, но если вдруг поступит такое предложение, то я не откажусь. Генеральный спонсор – общество с ограниченной ответственностью «Динамика». Автосалон «Динамика» – доступные автомобили и выгодные предложения для каждого. Подробности по телефону 8 800 250 10 98. Мелеуз, Ленина, 34.